Всем привет! Меня зовут Самсонова Ангелина. Для кого-то просто Ангелина, а для кого-то Ангелина Сергеевна. А почему? А потому что я педагог, притом в разных сферах. Я работаю учителем математики, но также я хореограф. В школе я классный руководитель, а в фитнес-клубе я координатор групповых фитнес-программ. Я счастливый человек, и у меня есть многое в жизни, и я ценю это. А через что же я прошла, чтобы стать такой, какая я есть? Детство, улыбки, гимнастика, спорт, конкурсы, танцы и теннисный корт. Сцена, костюмы, свет, макияж, слезы, победы, поездки, кураж. Школа, уроки, учеба, мораль, баллы, ЕГЭ, серебряная медаль. ПГПУ, студентка, весна, творчество, фитнес, время без сна. Зачетка, сессия, вечер, работа, моменты, друзья, лагеря и забота. Концерты, билеты, вперед, на пролом. Практика, школа, красный диплом. Осень, сентябрь, дети, звонок, учитель, журналы, тетради, урок. Конкурс, апрель, 17-й год. Удачи, успех и только вперед. Я не поэт, я только учусь, но наша профессия позволяет нам делать настоящие чудеса.